Экскурсия по музейному комплексу парка «Патриот», осмотр боевой техники и торжественное построение. В открытии вахты памяти приняли участие несколько сотен школьников со всей Московской области. Скоро эти ребята выйдут на поиск тех, кто не вернулся с полей Великой Отечественной. У нас, понимаете, каждый год насыщенный. Почему? Потому что для поисковика самое главное – это найти медальон. Мало это найти медальон, прочитать его, а потом, чтобы с обратной стороны телефонной трубки кто-то сказал: да, мы такие-то родственники такого вот солдата. Вот это самое главное, и ради этого, по-моему, вот эти вот мальчишки и девчонки уходят в лес. От Московской области в этом году в леса и болота выдвинется 141 поисковый отряд. У некоторых в планах не по одной экспедиции. Широка и география раскопок. Будет работать более 2500 поисковиков. География очень большая, ребята будут работать не только в Московской области, но и в соседних областях, в Тверской, в Смоленской областях, будут работать в Крыму, да, даже будут работать в Белоруссии. Не менее важна и другая работа. Нередко информацию об уже найденном и опознанном бойце найти непросто. В парке «Патриот» свой проект представили одинцовские поисковики. Электронная книга памяти призвана помочь любому желающему узнать о тех войнах, чьи имена выбиты на мемориалах. Мы представляем площадку презентационную нашего проекта «Наша память». Это проект по созданию электронной книги памяти Одинцовского района. Наша цель – сделать общедоступными данные о более чем 6 тысячах наших земляков. Эти данные есть в книге памяти бумажной, но там две строчки. Эти данные есть в служебных картотеках, которые недоступны массовому пользователю. А то, что мы видим на памятниках – это фамилия, инициалы. Все, не более того. В рамках торжественной церемонии участники вахты памяти возложили цветы к мемориалу. Затем экскурсия и совещание. Пока школьники осматривают музейный комплекс, руководители отрядов обсуждают и координируют свою выездную деятельность. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».